Здравствуйте, дорогие друзья, приветствую вас в городе курорте Анапа, зовут меня Юрий Заровский. Сегодня мы с вами пойдем наконец-то на ужин в секретную столовую. Это лучшая столовая города Анапы, потому что все люди, которые туда попадают, потом оставляют самые великолепные отзывы. И сегодня я туда, потому что пошли мои подписчики, которых я фотографировал с утра, и они говорят: Юра, восхитительный просто гуляш. Посмотрите, ориентир — вилла Валерия с левой стороны, а здесь у нас Пионерский проспект. Может увидеть, как он выглядит, да? То дальше гостевой проезд, а мы поворачиваем вот сюда, в левую сторону. Вот вывеска «Гриль-бар». Проходим до того места, где выезжает сейчас машина. Пожалуйста, сейчас в каждом кафешечке звучит живая музычка, потому что людей очень много. Можете видеть, вот здесь вот с верхней дороги у нас идет также много людей на отдыхе. Здесь, смотрите, «Олимп», две звезды, и мы поворачиваем направо. Первая столовая — это не наша, наша вторая дверка. И самое главное — не перепутать. Это самое важное, что может быть. Та-да-да-дам. Итак, ребята. Не, мне один, пожалуйста, не надо два. Так, смотрим, что по ценам, ребята. Обратите внимание, это тут это блинчики, запеканочка, перчик. Оладушки, прошу прощения, да. Что-то типа капуста. И у меня тут даже мясо чуть-чуть наловили. И бифштексик, тут гречка, Юра ест. Помещение такое небольшое, люди сидят, кушают, и я тоже. Вот это по порции окрошки, окрошка на сметане кефире. Пробуем. Как у мамы, один в один. Ой, вкуснотища. Ну, теперь самое вкусное блюдо, то, ради чего все, в принципе, ехал. Гуляша уже не было там, кусочки мяса мне доловили. Еще сверху бифштекс, короче, Юра, ты лопнешь. Ну и ладно, отходите. Маска. Это просто пушка. А греча, залитая вот этим вот соусом с подливой. Не знаю, с чем это сравнить. Кайф, удовольствие. Можно есть без мяса. Давайте попробуем бифштекс. Очень мясная котлетка. Кто смотрит на ночь, простите. Я тоже очень всех люблю. Помимо этого, мне еще теперь надо срочно продегустировать Наполеон и картошку. Девочки сами делают. У меня вот с этой порцией просто в шоке. Слушай, бифштекс оказался очень вкусным. Прям нереально вкусным. Мне очень понравился. Хотя я скептически относился к котлете. Ваша дорога. Благодаря подливке съел полностью всю гречку. Не хотелось даже останавливаться. Ну, давайте перейдем к десерту. Ну, прям очень вкусно. Прикольно. И пробуем Наполеончик. Это просто мой любимый торт. Единственный момент, что я отвезу дочки домой, я больше не смогу. После такого ужина надо идти и спать. Лучше где-нибудь здесь, потому что идти уже нереально. Ваше здоровье. Это просто лично. GoPro не любит записывать по ночам, но я все-таки добавлю. Смотрите, девочки 30-го делают свой обед и потом уезжают на 2 дня. И будут приезжать еще работать. Но там как будет клиентура, так и будет функционировать столовая. То есть получается 2-го или... Ну, сами читайте, 30-го уехали, на 2 дня уехали, потом приехали. То есть или 2-го, или 3-го сентября они вернутся. Я единственное теперь жалею только то, что я очень далеко припарковал свою машинку, и мне теперь далеко до нее идти. Все остальное просто великолепно. Фу, вот какой фиг после такой еды, ребята. Куда идти? Вы пожалеете меня или порадуйтесь. А я пошел сейчас, да, танцевать. Время пострелять. В общем, лучшая столовая города Анапы. Лично для меня, для тех, кто ищет фешенебельность, красоту, там их миллион. Идите, пробуйте. А это просто секретная столовая. Открытие благодаря моим подписчикам. И пишите ваши комментарии, если вы были в этом году, были в прошлых годах. Поддерживайте нашу любимую бабушку за ее чудесные ручки, за приготовление такой великолепной пищи. С вами был Юрий Заровский. Остаюсь в следующем видео. Пока.